Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Сегодня я хочу с вами поделиться одной простой, но очень действенной практикой, которая поможет вам, если у вас проблемы с деньгами. Это очень мощный ритуал, который притянет богатство к вам. Для данной практики вам нужна будет красная нить. Красная нить привлекает деньги. Проведение данной практики поможет движению энергии и направит денежные потоки в вашу сторону. Данная практика не привязана к Луне. Ее может делать абсолютно любой человек. Вам всего лишь понадобится любая красная нить. Очень важно приобрести самостоятельно красную нить. Данную нить может завязать вам как и близкий человек, так и вы самостоятельно сами. Что вы делаете? Вы берете свою нить, выбираете время, выбираете час. Это может быть любое время. Берете свою нитку, завязываете ее на левом запястье ровно на 7 узелков. При завязывании нити вы должны говорить такие слова. Нить к нити, узел к узлу, монета к монете, а деньги к деньгам. Узел вяжу, деньги привяжу, нитку закреплю, деньги приманю. После того, как все узлы у вас будут завязаны, нужно после этого сказать: «Все сделано, теперь будет так». И данную нитку вы должны носить до тех пор, либо пока она сама не порвется, либо когда вы уже почувствуете, что к вам идет поток денег, улучшается финансовая ситуация. Вы эту нитку можете уже снять, сжечь, пепел развеять по ветру, либо повесить на любое дерево. И вот после данной практики вы увидите, как богатство идет в вашу жизнь.